Решили ехать на дачу. Че, раз у нас не получилось с первого раза, как бы я думала, что поставят на ремонт. Все заехали по магазинам, заехали в апрель. Сейчас зайду еще в Союз, за светофорчик заедем. Прикупим. Так, на 4 дня поедем, потому что мне во вторник в эндоцентр мне. Поэтому, да, может, на маникюр запишусь в понедельник. Поедем, наверное, в воскресенье обратно. Сегодня четверг у нас. В воскресенье выедем обратно. На 4 денечка съездим там. Сделала заявочку на окно по телефону. Девушка приняла у меня. Сейчас зайду к нам на факторию, оплачу. Сегодня работают они до 12. На заявку мне уже оформила по телефону. Что так, хорошая девчонка пошла навстречу. Вот. Сейчас зайду, оплачу. Вызов мастера 400 рублей. А там уже он посмотрит. Или регулировка окна, или замена там уплотнителя. Там уже мастер решит. Так что сейчас оплачу и буду ждать звоночка. Что мы сегодня так плодотворненько съездили. Плодотворненько съездили. Ладно. У вас как клеточный рак какой-то стоит. Метастаз-то нету? Да. Вы еще все вырезал лишнее. Да? Ну ладно, ну ладно. А втек это не было еще на группу у тебя? Так вот, жду звонка. Сегодня-завтра должны быть. На втек? Да. Ну ладно. А у меня больничный вчерашний. Ну выглядишь-то хорошо. Я в лес хочу. Да? Ну сделаешь что-таки, уедешь? Так вот я и жду. В избушку, да, Сережа? Да? В избушку? В избух себе. 16 километров мне похер. Побегу. Ясно. Вон сколько дров. Ясненько. А? Где? Некуда сложить дрова-то. А нет, кто-то себе уже догружает, походу. А чего это выносить? Мы же как носилки сделали. Да. Короткие все. Ну да ладно, бог с ним. У меня тоже, блин, дров нету. Вы сейчас там в своей квартире отсюда ушли, да? А мы эту сдаем. А, сдаете, да? Ну, ладно. Дочка-то. Ну, ясненько. Ну, ладненько, давай докуривай, да поехали. Наконец-то все, выдвинулись на дачу. Времени 13:49, в общем, 14 часов. Ну, такой день сегодня у нас сложился. Я считаю, что удачно. Сходили. Там все-таки мы записались, да? Потом, что еще там, куда еще там, куда-то с тобой заезжали. Забыла, запамятовала. И сейчас заехали, взяли домкрат. Сережу-то вот позвонили, приятелю к его заехали. Взяли домкрат, надо угол дома нам опускать. Тогда поднимали в прошлом году. Угол дома у меня даже есть. Там где-то видео, блок выставлен. Задрали очень дом и увело дверь. Увело дверь, плохо закрывается. Вот поэтому надо немножко приопускать. Взяли домкрат, Палыч приопустит. Километров, потому что здесь как сельская местность, да, считается. 40 километров. Три знака по 40 сразу стоят. Да, три знака по 40. Тут все время ловят, стоят за поворотом. Вот сейчас за поворот повернем, вот там вот, да? Вот там все время стоят гайцы. Ловят. И сзади вчера нас целая... Позавчера двоих. Да-да. Мы как едем, так обязательно машинка поймана. Поэтому мы уже знаем, и за нами целая колонна идет. Сережа говорит... Ну, говорит, там, наверное, ворчат, где-то, наверное, гнут маты. Едет какой-то старпер, не шевелится, типа. Им ведь пофиг, молодежь-то несутся, как шальные. И тут яйцы, раз, продавцы полосатых палочек, раз, с палочкой полосатой махнули и продали палочку за пятихаточку. Вот, а мы не нарушаем, у нас нет денег штрафы платить, да, Палыч? О, вон на обгон пошли, о, пошли на обгон, потому что тут все встречные, 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 их никак на обгон-то, им никак.
А не звон бедный весь там извелся на своем этом. Нива Шевролет, а сзади там идет Ниссан. Ой, беда. Мы вот поэтому и дом не зашивали, потому что мы все планировали, что надо приопустить передок-то дома. Нас поэтому и цоколь не зашит. С прошлого года так все стоит. Сейчас вот если опустит палочек, вот речечка наша. Наша речечка, двинушечка, красотушечка. Там Новодвинск на той стороне. На левом берегу, на высоком берегу, на крутом. Все попрятались. О, привет. Привет. Мы не попрятались, мы по-честному. Все, говорю, попрятались. Работаем, работаем. Работаете. Телевизор дома орёт. У тебя. Погода не так уйти, смотреть не может. Чё ты язык вытянул? Чё ты язык-то вытянул? Доктор, военный корреспондент, вернулся. Привет, Игорь. Побежала скорее. Поппинс готов у тебя к уколам? А вот вышла, наверное, зачем-нибудь, и все затянуло, затянуло, и забыла про телевизор. Я говорю, Поппинс, готов к уколу? Всегда готов. Ну, я сейчас разденусь, все, и приду, тебе сделаю. Ну, денек пропустили, денек прогула у нас получился. Ну, ладно, ничего. Один денек. Мы последний раз два делали ведь, да? Нет, последний раз мы делали кабелепен с тобой. Один. Сегодня мы два с тобой будем делать. Один день про выходной был, в среду, ничего страшного. Там тоже ведь делают, веди. Перерыв-то. А, так что я вот сейчас, мы только приехали, так сейчас я там разгружусь и приду тебя. Ну, уколю. Хорошо. Ну что, как у вас дела? А мы тоже только вот недавно приехали. Сегодня, да? Да. Не запинайся. Ну пока все по мелочи, я там разобрала всю кучу. Опять ничего не вижу. Да. Ничего не вижу. Опять разобрала кучу, то ли крыши снимаю. Кучу. С одного места кучу положила на другое. Перекладываешь. Морковочку мне привезла? А? Морковочку. Да, иди, Зонька, тебе все выдаст. Ну, что, я тебе должна там? Сколько? Ой, я не помню, там где-то чек. Ну, хорошо. Пакетики. Ну, все хорошо. Все хорошо. Капусту тоже надо мне открыть. Я хотела... Я со столовой таскал. Я говорю, в каждом... Ты что ли натаскал? Еще, дед Юра еще. А-а-а. Это же наш блатной столик здесь стоял и четыре стула. У вас как в лучших домах Лондона и Парижа, да? Да. Ясненько. Я смотрю, машина стоит. Едем, мы только сейчас тоже зеркало. А мы тоже заехали, вот вагонки купили, не хватает его внутрь. А-а-а, почем сейчас вагонка, Оля? 1100 с чем-то вот упаковка. 10 досок, да? Да. Двухметровый. Хорошо. Она тоже с этими там, и где-то вылетел сучок. А-а-а, ну да ладно для бани-то, да, господи, конечно. Подешевше. Что тут извращаться-то? Да, там 1600 лиственница, да. Ну, нафиг. Да, да, что извращаться-то, эко тут, как говорится. Почему? Нет, там просто не цена-то одинаковая, только у них там плюс-то. Так, а сколько досок-то? Там, может, по 5 досок. Ну, ладно, пошла тоже выгребаться, потом приду, приду укол делать, приду укол делать и заберу. Да, приду и заберу морковку. Попка в обмен на морковку. Ну, давай. Ой, ребята, приехали на дачу. Ой, да, затарились опять. Приедем на 4 дня, а затаримся. Не знаю, насколько. Я люблю распаковочки показывать. Не показывать, смотреть больше люблю. Кто-то, может быть, не любит распаковки. Ну, кто не любит, ребята, перемотайте. А кто-то любит. Иногда вот даже пишут, что... Я знаю, что у Юли очень много писали, что ой, я люблю показывать эти распаковки, я очень люблю. Я сама люблю смотреть. Поэтому покажу вам... распаковочку. Сушка. Квас. Две бутылки. Пирожок. С рисом и яйцом. Масло все растаяло, бедное. Поплыло все. И водочка, бутылочку после баньки. Так. Первый пошел. Второй пошел. Молоко.
Кефирчик Палычу. Перчик купила, свеженький салатик. Черешни. Два лоточка взяла. Побаловаться, думаю. Виноградику. С килограмм, наверное, тут пакетик. Тоже побаловаться. Пастилы к чаю. Палыч любит, и я люблю пастилу. Апельсинчиков. И бананчиков. Думаю, надо побаловать себя. Себя любимых надо побаловать. Себя любимых. Текс. Текс. Галеты. Палыч тоже любит, кто пьет с чаем. Ты какие-то такие, ну ладно, хоть не разжиреет. Хлеба буханочку. О, все расставили тоже рамштексы. Рамштексики. Ну, сейчас сразу в морозилку запихаю. Сколько тут они с нами катались в машине. Тут это у меня аптекару пришла. Я заказывала от аллергии тут. Вот. Выкупила сразу же. Убили. Прямо несколько зайцев убили. Мы сегодня съездили. И тут два паштетика купила в апреле. Намазывать на хлебушек. Опа! Вот. Ну, а тут из дома остаточки. Тут какие забраны. Уж не буду тут доставать, показывать. Из дома тут кое-чего. Там огурцы, помидоры. Всякого. Всякого добра. Колбаса, огурцы, помидоры, масло. Складывать некуда. Из дома, ладно. Чтоб с голоду-то не умереть, ребята. Чтоб с голоду-то не умереть. Не буду, говорю, показывать, а сама показываю. А сама показываю. Вот. Тут чего у меня? А что тут? Тут яблочки. Яблочки. Картошечка. Работаем на один унитаз, получаем пенсию. Ну и пенсию. Из дома еще полбуханки хлеба. Вот такая распаковочка сегодня у нас.